Первая соляная комната в дошкольном учреждении открылась в Междуреченске. Детский сад «Родничок» специализируется на работе с детьми со слабым иммунитетом. А польза влажного и соленого воздуха в таких ситуациях незаменима. Впрыскиваются мелкие частицы, соль соляные, камеру соляной, и ребятишки этим дышат. Спелеокабинет для воспитанников 25-го детского сада – глоток морского воздуха. Посещение соляной комнаты – теперь обязательная процедура. «Родничок» – специализированное учреждение для детей со слабым иммунитетом, заболеваниями дыхательной системы. Вы экскурсию проводите, вы здесь были? Да. Мы тут дышим и выздоравливаем. Такая комната, где сделаны все стены из морских камешков. Комнату открыли сегодня. Это подарок администрации детскому саду. Объект был подготовлен в рамках празднования областного дня шахтера. Всего было затрачено больше 1 миллиона рублей. Это, наверное, единственная такая спелеокомната и комната для комплексной психологической терапии, открытая по современным стандартам в наших дошкольных образовательных организациях. Теперь воспитанники 25-го детского сада будут поддерживать свой иммунитет в спелеокабинете и отдыхать в комнате релаксации. Капитальный ремонт выполнил УКС, оборудование приобрел сад на выигранный грант. Анна Саустова, Михаил Чеканов, Новости Плюс.